бедрята команде. Ваня, я тоже не раз шикалял на луне, но денег не имел, я строг на луне. Но за человечество ведем шагал, старик черный человек рисовал шагал. Писатель дал, скоро умер на остановке, так что забрать пусть даже по шаговке. А мы переживем будучи на мире, улицы Москвы дождики подвели. И вот я по ним шагаю спокойно, солнце светит немного смойно. Но я улыбаюсь ему в ответку, птичка щебечет, сидя на ветке. Монетку не требуя, за месяц не требую ее, и я в ней веселей на пакет. Карман передает привет вам, он и Ваня Иван. Кто в числе Ульянов озвучивал истину, тратить из себя нужно по минимуму. Можно сказать, это некая осета, плюс морально честно не будет диамета. Крочек запали Ваня и жиру, ведецкий голодал сушками на списке. Кролика фальшивом душу лечил, по лицу у них хватало на всех чернил. Мотоурол не снимал золотые зубы, а также не попал на вечеринку в клубу. Доброе утро всем, кто красную цену греет на плите старого цвета и разогревает Мичевский гарик. Женя Долгин, Кирилл Быстрян, Ленин на пакет, передаю привет всем, у кого сегодня денег нет. Ленин на пакет, передаю привет всем, у кого сегодня денег нет. Великий брат, мы там придем, деньги отстаем, песни поем. Так и живем веселого мало, зато хорошо, что этого не было. Деньги масло на мать пулем рот, пахнет селедкой, ловко идет. Дает по шарам спиртовая настойка, аптекой боярышки не ставит настойку. Вместо бармена моя голова так заболела, что просто пизда. Надо пивка, но денег питьем, и мандавошка кусает лобок. Руки шевелятся, как от больнички, надо бы делать жилички. Кармане дырят жопу, и слава героям, ЛПС Европа, Ленин на пакет, передает привет. Пакет, Елена дает привет. Всем, у кого сегодня денег нет.